И в продолжении темы, паводковая ситуация в Анапе стабилизируется. Однако в районах, где домовладения расположены близко к пойме реки Анапка, были подтоплены подвалы и погреба. В этом списке Чембурка, Рассвет, Заря и Усатого Балка. В сами дома вода не зашла, и никто переезжать в пункты временного размещения не собирается. Напомню, практически месяц в Анапе не прекращались дожди. С конца декабря выпала 4-месячная норма осадков. Ситуацию удалось удержать под контролем благодаря тому, что городские службы оперативно расчистили русло реки. Все работы находились под личным контролем Юрия Полякова. И сейчас критический пик пройден, однако повышенная влага в почве пока сохраняется из-за выпавшего снега и низких ночных температур. Тем временем пешеходный мост через Анапку начали восстанавливать после паводка. Сегодня специалисты МУПАКУ приступили к монтажу основы сооружения. Мост укрепят и затем заменят доски и перила на всем протяжении перехода, а это более 25 метров. Материалы уже закуплены. Сейчас главное, чтобы погодные условия позволили выполнить весь фронт работ. Вопросы безопасности обсуждались и на селекторном совещании под руководством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко. Подробности в нашем материале.